С каждым годом 25 мая у села Сабуровка собирается все больше и больше людей в форме. 24 года назад здесь погибли военные летчики. На место трагедии приезжают друзья, родственники и ветераны-афганцы. Традиционно же в этот день и плохая погода, так же, как и в день крушения. Трагедия произошла 25 мая 1988 года. На перелете Пугачев-Сокол у села Сабуровка у вертолета заклинил главный редуктор. Машина рухнула в Волгу, тогда погибло 7 человек. 3 члена экипажа и 4 пассажира. В этом вертолете должно было лететь 8 человек. Николай Каратаев за день до трагедии отпросился у командира, чтобы поздравить жену с днем рождения. Судьба. Как говорил Евдокимов, судьба. Это мой 335-й боевой полк. Погибшие были выпускниками Саратовского вертолетного училища. Они не долетели до базы в поселке Сокол несколько километров. Могилой для них стала Волга. Поэтому каждый год на водную гладь опускают поминальный венок. Потерять друзей это, ну, тяжело. И мы в первом угоне я потерял своих друзей, во втором тоже. Ну, память должна быть, по-любому, чтобы их не забывали. Несмотря на плохую погоду, в память по погибшим парашютисты совершили показательные прыжки над Волгой. А на следующий год, на 25-ю годовщину, организаторы обещали собрать еще больше коллег, друзей и родственников погибших. Роман Гальперин, Валерий Богословский, новости, Телеобъектив.